Здравия всем, мы на канале Марка Елены Дерегетти. Мы приехали вот в такое красивое место. Аббация Мадонны Нера. Покушали вот за этим столиком первым греческую кухню. Очень было вкусно. И, в общем, мы довольны. Запили все это дело кофе с молоком. И идем дальше на прогулку. И давайте посмотрим все-таки вот кафе-ресторанты. Это здесь на первом этаже. А мы сидели на улице. На улице 16 градусов тепла. Но у меня пиджак с подкладкой, я себя нормально чувствовала, и рубашка с длинным рукавом. А Марка с утра мне говорил, что хочет в футболке идти. Я говорю, нет, одевай рубашку с коротким рукавом. Все-таки лен. Это такой продукт, в нем не холодно и не жарко. Он держит температуру. И все равно он говорит, я хочу уже на солнышко. Я говорю, ну хорошо, сейчас поедим и пойдем на солнышко. Вот мы на солнышке. Давайте глянем, что это за парк. Потому что Марк уже прошел дальше. Здесь окна, как видите, вот с мелких стеклышек. Это как английский стиль, но немножечко не совсем английский. А это расписное здание, очень интересное. Такая роспись, именно как чаем расписывают. Все оттенки коричневого. Помните, были такие фотографии, не черно-белые, а на коричневом. Коричневое. Сейчас мы еще вот сюда подальше встанем и посмотрим на него с другого ракурса, по центру. И вот мы видим вот эти вазы. Бюсты. Давайте поближе еще чуть-чуть. Мне солнце в глаза, я вообще в камеру ничего не вижу. Я надеюсь, что вы видите. Вот так я потихонечку буду опускать. Здесь балкон с ковкой, но накрашенная ковка в зеленый цвет. Ну, оригинально, оригинально. И внизу банк UBS. Я так думаю, что это все здание банка. Это детская площадка, качели, карусели, стоянка для велосипедов. И здесь лавки сувенирные. Вот такие мягкие игрушки. Свечи. Смотрите, какие свечи. Прям большие, огромные. Фигурки. Вот она, Мадонна Нера. Колокольчики коров швейцарских. И свечи вот в таких стаканчиках могут быть. И просто без стакана. В коробочках подарочные. Вот, просто на шнурке висят, которые поджигать. Святая вода. Ангелочки. Кепочки местного разлива. Литью камень вот такой вот и вот со свечечкой. А все для туристов делают. Кепка, бейсболка, хорошее качество, 10 франков, яркая.
магнитики на холодильник. Тоже для туристов. Ну, шнурок, камушек повесить. Вот такие вот ангелочки вешают на стеклянное окно или стеклянную дверь, украшают, чтобы все было прозрачно. Ключницы в виде колокольчика. Это мы смотрим площадку детскую с другого ракурса и обратим внимание, что некоторые места закрыты для посещения. А здесь закрыто, потому что подложили немножко грунта и посеяли траву. Идут же реставрационные работы по нашему ремонту. Лавочки прям новые. Поручни, прям как диван. Удобные. Смотрите, здесь покрытие и старое, и новое, и квадратное, и бесформенное. Все-таки они оставляют этот центр, который старый был. И вот где оставили. Видите, обложили все. Какая ковка красивая. Шишки. Фигурки, вазоны. Слушайте, как приятно ходить по этим срезам. Ровненько и цементом все залито. Смотрите, какая шикарная дверь. Ага. Смотрите, как интересно сделано. 3D. Белла. Угу. 3D, аморы. 3D. 3D. Стану гратанду, però vede che stanno grattando. Guarda. Угу. А, да. Stanno togliendo la... Vecchia. La pittura? Non è, magari non è pittura, lacca. Un lavoro della Madonna, lei. Так, он говорит, ты видела, Лена, что здесь все первая фила, то есть первый ряд, что это все гостиницы? Я говорю, видела. Это для меня не ново. Обратим внимание на камень, из которого они строили. Да, камень, но он такой легко режущий. Кома, джастис искрито. О, дью. Ну что, друзья, нельзя фотографировать и нельзя снимать. Вот вам и фокус, фокус. Поэтому я с вами прощаюсь. Может быть, в интернете вы увидите. Ну, вот, если мы вот так через стекло с вами посмотрим, ну, очень красиво. Вот она какая церковь. 5 франков стоит. Может быть, даже на русском есть. Ну, в интернете есть, наверное, фотографии. Марка меня стоит, ждет. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Ну, не всегда. Смотрите, какой затвор. О, дио. А петли? Раз, два, три. Три петли. И все это электронное открывается, закрывается.
Кошелек я не взяла. Сейчас буду деньги у Марка просить, свечечку поставить. Вот она я в отражении. Меня, конечно, плохо видно. Там выход. Ну все. Всех благ, друзья. Кому хочется посетить такое место паломничество, вот куда можно приехать. Всем пока.